Спортсмены из всех областей Беларуси, а также представители России, Грузии, Армении и Азербайджана впервые встретились на Берестейской земле в рамках соревнований памяти Виктора Семенова. Ранее состязания молодых пловцов проходили в Пинске на базе Полесского государственного университета. Участие именно в этих соревнованиях для многих спортсменов стало первой ступенькой на пути к значимым спортивным вершинам. Спортсмены, которые показали официальный норматив здесь, на этих соревнованиях, значит, будут иметь право участвовать в чемпионатах Европы и во вторых юношеских Олимпийских играх. Это право нужно заслужить. Не просто проплыть и занять первое место на первенстве, но и показать норматив, который определила Европейская и Мировая Федерация плавания. За право считаться лучшим из лучших сражалось более 200 представителей 5 государств. Победители определялись в разных группах и подгруппах в зависимости от уровня подготовленности, года рождения и стиля плавания. Подобные соревнования, считают организаторы, помогают молодым людям проявить себя, учат дисциплинированности, формируют собранность и умение держать себя в руках. Уровень юниоров – это начальный уровень для высшего спорта, поэтому ребята, которые здесь выступают, они уже проходят какой-то уровень становления, набираются опыта соревновательного, борются за попадание в составы сборных команд на главные старты и, естественно, за попадание в составы национальной команды в итоге. Победа в первенстве открывает перед молодыми спортсменами новые международные и европейские дороги. Для кого-то эти соревнования будут успешными, для кого-то нет. Однако, невзирая на победы или поражения, молодые спортсмены будут стремиться к новым, пока непокоренным вершинам.